Всем привет на канале Мусалим. Сегодня в работе у нас Passat B8. Автомобиль разобрали. Вот так выглядит у нас багажник разобранный. По куску вибра на крыльях. Также по полосочке на арках автомобиля. Так у нас завибран пол багажника. Ну, вот такая вот площадь необработанного металла. Разобраны двери на автомобиле. В дверях там по квадрату приклеены вибрухи. И на этом также все. Передняя водительская дверь. Ну, в принципе, тоже что-то есть. Так, разобран у нас салон. Вот так у нас выглядит место задних пассажиров в ногах по полосочке. Впереди место водителя. Голая арка. Все это мы проклеим, прокатаем. Автомобилю будет еще комфортно. И разобрана крыша. Вот такая вот крыша. Ни одного куска вибра. Будем работать, приступаем.